В этом году Кубань отметит сразу две юбилейные даты – 80-летие образования Краснодарского края и 225-летие освоения казаками кубанских земель. В преддверии этих памятных дат в нашем районе стартовала патриотическая акция «Кубанское казачество. Верность, честь и слава». Подробности в следующем материале выпуска. Акция «Кубанское казачество. Верность, честь и слава» стартовала в феврале этого года. Ее цель – сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, бережное отношение к казачьему фольклорно-этнографическому творчеству. На сегодняшний день акция прошла уже в 5 поселениях района. В конце прошлой недели казачьими песнями участников акции встречали в Маевском сельском поселении. Сербинское хуторское казачье общество образовалось одним из первых в районе. Вот уже более четверти века казаки занимаются патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в общественной жизни поселения, в охране общественного порядка. Мы в 91 году возродились для того, чтобы отдать дань своим предкам, которые жили здесь, на Кубани, защищали наше отечество. У нас сейчас на Маевском казачья школа, которая уже на протяжении 5 лет у нас, ну, не то, что существует, она полноценно действует, как казачья школа. Одним из тех, кто стоял у истока возрождения казачества в Маевском сельском поселении, был Анатолий Колесник, ныне председатель Совета стариков Сербинского казачьего общества. Ему за вклад в развитие и сохранение казачьих традиций глава Маевского сельского поселения вручил благодарственное письмо. Выражаем вам глубокую признательность за оказанный вклад в развитие и продвижение казачьей культуры в Маевском сельском поселении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в работе по пропаганде и поддержке казачьих традиций. Пусть ваша доброта вернется сторицей. Желаю вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути. Спасибо. После окончания торжественной части начался праздничный концерт. Репертуар выходивших на сцену артистов состоял, конечно же, из казачьих песен. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».